Вот, проснулись утро раннее, в поезде хорошо спали, но холодно. Холодно, как всегда, во всех азиатских поездах. Просто нужно всегда запасаться теплыми вещами и вообще желательно шубой и теплыми носками. Что здесь такой кондиционер сифонит, очень холодно. Вот. Хорошо, здесь есть одеяло. Осталось 4 часа, через 4 часа мы уже будем в Ченнае. Хотели открыть окно, чтобы поснимать столько грязи, и потом оно открывается вверх, и нечем держать его. Только в случае опасности открывается, поэтому мы решили не снимать там.